Сейчас, смотрите, в 2015 году очень многие радовались тому факту, что стала низкая цена на нефть. Не, не, не автомобилисты, да, просто люди да. говорили в Украине, что вот сейчас Россия развалится. Это было в 2015 году, когда цена на нефть была около 40 дол долларов за баррель. Сейчас эта цена поднялась уже снова к 80. Строится немецкий вот этот Северный поток-2. Не дадут построить под Северный поток-2. Американцы не дадут. Противоречит национальным интересам США. Обложат санкциями так тех, кто будет строить, что они откажутся от строительства, будут взвешивать, что им выгоднее строить Северный поток, 2 или попасть под американские санкции. Вы имеете в виду немецкие компании, другие европейские Конечно. компании. Конечно, уверен в этом. То есть вы думаете, хорошо, но вот при такой цене на нефть, как, на ваш взгляд, как скоро у России закончатся деньги для, того, для исполнения того колбасного договора, о котором вы говорили? России нечем пенсии платить сегодня, они уже заканчиваются. Смотрите, пенсионная реформа это болезненный акт. Путин долго не выступал со своими комментариями, наконец-то решился выступить. Он как бы самоустранился. Вы там решаете что-то, а я потом скажу. Проблемы в России накапливаются, нет новых технологий. Россия сегодня на 80% сырьевая экономика. Ничего не производится в России. Великая, казалось бы, да, страна, ну, мы-то понимаем, что не великая, она не в состоянии машину сделать, автомобиль. Простой автомобиль сделать. Но есть немецкие и французские заводы, которые располагаются на территории Но России. Но это же не российские заводы. Мы же говорим, что да, Германия, там, Франция, Италия, Испания даже, не говоря уже о Японии, Соединенных Штатах, делают шикарные автомобили. Ну а где российский автомобиль? Все та же украденная Лада, Жигули или Волга Газ-24, которая уже не выпускается. Что, что они делают? Что Россия производит? Пуговицы свои, что делает Россия? Нефть. Нефть. Агрессию. Может быть. Нефть и агрессию, да. И я вам хочу сказать, что этому скоро придет конец.